Имена на века. На официальном портале мэрии Черкесска опубликована интернет-версия списка жителей города Черкесска, погибших, пропавших без вести и умерших от ран в период Великой Отечественной войны. Однако имена этих героев можно увидеть не только на компьютерном экране. В 2016 году по инициативе Совета ветеранов города Черкесска, ветеранов войны, был создан памятник, мемориал жителям города Черкесска, ушедшим на фронт и не вернувшихся с фронта по разным причинам. Кто-то пропал без вести, кто-то погиб. Сегодня в центре города Черкесска уже 3 года стоит этот памятник. На нем высечены имена 3819 жителей города Черкесска. В мэрии отмечают, что список не окончательный. И в случае наличия документов или наград, подтверждающих факт участия ваших близких, жителей города Черкесска в боевых действиях Великой Отечественной, а их имен при этом нет в списке, вам следует обратиться в городской совет ветеранов. И имя участника войны появится на мемориале. Зазулин Иван Филиппович. Вот мы нашли на портале Министерства обороны Российской Федерации данные о том, что вот житель города Черкесска, точнее хутора Дружбы, 14 октября 1941 года ушел на фронт из Черкесского райвоенкомата и погиб 30 апреля 1945 года, буквально за 9 дней до окончания Великой Отечественной войны. И вот теперь имя и фамилия этого человека будут также золотыми буквами внесены на мемориал памяти. На момент съемки плита мемориала была снята, чтобы выгравировать на ней имя Ивана Филипповича Зазулина. Таким образом, имя героя, отдавшего жизнь за победу и не дожившего до нее всего 9 дней, будет увековечено в летописи города. Райме Шен, Айвар Барануков, Архыз, 24.